Доброе время суток, дорогие друзья. Я Ия Мшенецкая, и мы с Юлией Петровой, Босс Клуб, приглашаем вас на принципиально новый формат обучающих мероприятий, я бы его так назвала, в город Сочи 3-4 ноября. Проект, который мы назвали Open Space без понтов. Ну, такое вот название, вызывающее, я бы сказала, слегка. Это реально новый формат для сегодняшнего рынка. Мало сегодня учиться, мало сегодня учить. Мы сегодня хотим больше от себя, от своего бизнеса, от своих людей и в том числе от своего времени. И в этом формате, в котором мы вас приглашаем, реально мы запихнули так плотно контента и разнообразных впечатлений, что мало не покажется никому. Во-первых, мы, естественно, учимся. Я, естественно, буду излагать свои технологии. Две за день. Значит, мы, естественно, это уже, пожалуй, что даже и не естественно. Мы решаем насущные проблемы прямо здесь, прямо сейчас. У нас будет один участник, который оплатил этот формат в своем варианте, кролика, задачи которого мы решаем. Значит, мы все вместе, прилагая общий мозг, решаем его проблему. Но этим не исчерпывается наше сотрудничество. Дальше, после того, как я показала на его примере, как решается его проблема, мы переходим на проблемы присутствующих людей, потому что есть одна компания, на которой мы все работаем, но есть все остальные компании, которые тоже не хотят уйти ни с чем. Поэтому мы делимся на группы по кластерному признаку, потому что если вы параллельны или близкие по духу, по продукту, по целевой аудитории бизнеса, то в принципе и проблемы у вас тоже похожие. Вот этот принцип мы кладем в основу кластерного деления на группы. И я еще раз прокатываю технологию, и группа каждая внутри себя прорабатывает эту технологию и в конце рассказывает, какие идеи для себя она выработала за то короткое время, которое она имела на это. И это будет два раза за день. Первый раз мы посвятим время решению проблемы падения спроса вне сезон. Я буду реально рассказывать о 23 маркетинговых идеях, которые позволят снизить издержки, господи, как это сказать-то, сгладить несезонную яму, вот так скажем. И вторая тема – это нематериальная мотивация клиентов, где я буду отвечать на вопрос, что можно использовать в качестве мотиваторов для спроса, да, вашего продукта со стороны вашей целевой аудитории, если не брать в расчет скидки, потому что скидки – это первое, что приходит в голову. Так вот, в обход скидок будем работать всю вторую половину дня. И это будет происходить в режиме open space, это будет происходить в режиме стендап, я бы даже сказала. Потому что ровно половина будет зависеть от меня и моего контента, и ровно половина будет зависеть от ваших мозгов и ваших вопросов. Я жду ваши мозги и ваши вопросы 3-4 ноября в городе Сочи. До встречи!